На трассе Харьков-Киев возле поселка Коротыч автомобиль «Деоланос», направлявшийся в сторону Харькова, сбил 53-летнего пешехода. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход погиб на месте. Водитель остался на месте ДТП, но при этом впал в шоковое состояние. Водій на місці пригоди пояснення ніякі не надавав, знаходився в шоковому стані і відмовився від пояснень. На данный момент все обставные причины з'ясовуються слідчими органами. Пешеход переходил трассу на переходе. Вот только темное время суток и отсутствие освещения оказались для него в буквальном смысле смертельными факторами. Данное место является пешеходным переходом, там есть відповідні дорожні знаки, але, на жаль, можливо, из-за того, что данный пешеходный переход нерегулированный и не освітлений, можливо, водій не зміг його помітити на проїжджій частині. Саме тому стався наїзд на пешехода. По внешнему виду водитель был трезв. У него взяты анализы на наличие алкоголя в крови. Открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Водителю, сбившему насмерть человека на пешеходном переходе, грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Виталий Лобскер, Михаил Воронков, агентство телевидения «Новости».